Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Gamer Russia Mobile. С вами я, Бима, и сегодня мы продолжаем играть с вами в Террарию. Так, а какая это серия, я даже не помню. Это, по-моему, серия под номером 4. И сегодня мы с вами продолжим что-то делать. Давайте сейчас звук выключу на всякий случай. Попробую поснимать мне камеры со звуком, посмотрю, как все будет слышно. Так, вы видите то, что я уже в какой-то броне. Я одел на себя вольфрамовый шлем и этот грудак и ботинки бронзовые. Себе сделал быстренькому. Я, как вы видите, уже тут сделал, ну, фон. Так, сделал небольшой это склад. Так, ну, чтобы наверх подняться только через зеркало. Так, доделал алхимический домик. У меня он просто гениальный, так как, смотрите, у нас есть колбочки, а для них нужна вода. А у нас тут, оп, под низом вода. Вот спускаемся на один блок, и мы можем, так, делать бутылку с водой, так как нам хватает расстояния до воды. Короче, я все продумал, точнее, не продумал, мне подфартило. Так, давайте дальше посмотрим, что изменилось. Так, я кстати, поставил по всей округе небольшие фонарные столбы. Так, тут поселились у меня еще жильцы. Тут я вот выровнял все. Я, кстати, все выровнял. Давайте посмотрим. Да, блин. Блин, уйди. Так вот. Смотрите, я все выровнял. Сделал тут подъем вниз. Вот тут, точнее, спуск. Можно тут спуститься, пройтись. Все гладко теперь. Так. Видите, все красиво, гладко. Приятно глазам. И тут еще, оп, спуск. Вот можем тут, ой, с карты можем посмотреть. Давайте посмотрим. Вот видите, все красиво. Я молодец вообще, постарался. А также, к сожалению, при большому, на меня напал, пока я все строил, глаз Ктулху. И я его убил вне съемки, к сожалению. Я в этой серии надеюсь убить глаза Ктулху. А для этого нам надо сейчас спуститься в измерение это, к алтарю, короче. Давайте спустимся, пока ночь не наступила. Ну, тут я довыравниваю все. Так, ну ладно, пока что так сойдет. Давайте сейчас пробежимся быстренько. Ой, да ё-моё, надо тут вот прорубить. А, и еще самое главное, это я сделал платиновую кирку. Блин, надо. И сегодня в этой серии мы должны еще, кстати, обязательно расширить наши домики для NPC-шек, потому что места мало, мало, очень мало. Так, давайте подойдем к одному из алтарей и сделаем подозрительное. Ой, подозрительно выглядящийся глаз. Призывает глаз Ктулху. Так, новый предмет разблокирован. А что, из этого глаза еще что-то можно сделать? Да, вроде нет. Так. Мне выпало с глаза Ктулху. Демоническая руда. Давайте ее сразу же переплавим. Так. Оп-оп-оп-оп. 20 штучек. Так, тут у меня все для растений. Я все распределил по чуть-чуть. Так, что у нас остались кусочки? Да, фрагменты остались еще. Нормально, все я сделал тут. Красиво теперь. Ну, надо доработать, конечно, еще некоторые детали, но, конечно, чуть прогадал вот на один блок. Ниже надо было сделать вот эту фигнюшку. Ну, в принципе, могу через зеркало все спускаться. Так, иди сюда, блин, вы бесите. Не, красиво, красиво я все сделал, мне нравится самому. Вам пока ночь не наступила, давайте с вами построим дополнительные этажи для NPC-шек. Не будем, так сказать, терять времени. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, так, лишний слой. Не, вольфрамовая, ой, какая-то платиновая. Платиновая кирка вообще хорошая. Это самая лучшая из начальных ресурсов кирка. Так что это круто. Раз, два, три, четыре, пять. Так. В этой серии убьем босса, может быть, два. Не знаю, посмотрим по времени, как получится у нас все.
Так. Я еще когда с мобов убивал ночью, в дождь мне выпал зомби дождевая шляпа. Но я ее не собираюсь надевать, так как вольфрамовый шлем намного красивее выглядит. Выглядит. Так, тут у нас все есть. Так. Как раз, наверное, к ночи успеем построить третий этаж. Так, нам же хватает. Да, нам хватит, по идее, этих блоков. Оп. Так, спустимся вниз к верстачку. Сделаем два стульчика и один стол. Так. Так, давайте это все теперь поставим. Быстренько. Как вы видите, у нас уже 4 NPC-шника живут. Как раз к нам хотят поселиться уже. Так, блин. Успеем ли мы? Ну, по идее, да, успеем. Так, нет, мне не нужно обновление. Так, всплывает обновление у меня часто. Но не часто. Раз в недельку, может, две. А обновление я не вижу смысла обновлять пока что. Так как ничего нового там не добавили, по сути. Только какой-то музончик. Но я могу с компа скачать, на сотик перекинуть музон. Смысл мне еще платить за музыку там. Так, и факела. Факела у нас только 2 штучки. Что, у нас слизь есть, да? Так. Оп. 1, 2, 3. И 4. Вот и все. Мы успели все сделать. Давайте сейчас веревочкой это все построим. Оп, все красиво, красиво. Так, давайте вызовем глаза. Не будем. Ой, кровавая луна. Ну блин, вот вовремя, просто вовремя. Ладно, давайте, как раз ночь только что наступила. Пробудился босс, глаз Ктулху. О, так, у нас хилочки, хилочки, это главное, у нас они есть. Так, что у нас? Ладно, сюрикена не будем брать. Вот он, глаз Ктулху. Да, на глаз Агриса. Так, ну нормально, я думаю, выиграем. О, по-любому. Что там его бить? Самый легкий босс. Так, ну конечно, он нам, возможно, по хпшкам сильно ударит, когда переродится. Ну, пока что только 1,5 хпшки потратил. Ай-яй-яй, больно, больно. Уйди. Уходи. Так. Если честно, я бы даже не пытался босса убить в этой серии, если бы тогда на меня не напал, пока я в одиночке глаз Ктулху. Блин, ай-яй-яй, хилочку, хилочку. Надо было взять сюрикены или что у нас там есть. Ай, босс, ой, босс ударил наших. Бьет, бьет. Глаз нельзя, а. Нехороший. Так, блин. Короче, в этой серии убьем босса, что-нибудь поделаем, а в следующей серии, короче, мы с вами, друзья, направимся в джунгли. Я вне кадра поделаю зелье. Может быть, даже сделаю... Кого я сделаю? Ферму сделаю. Цветовчик. Всяких цветов и всего. Так. Убили босса, нам дали 59, только как-то маловато. Ну, не будем расстраиваться, что дали, то дали. Так, давайте заберем опять-таки. И быстренько наделаем себе всего. Так, что мы можем сделать из этих вещей? Бич света. Так, и демонитовый слиток. Так, топор ночи. Топорик надо бы сделать. Или лук. Так. Наверное, в серии 6-7 пойдем с вами на следующего босса червяка. Так как надо его уже убивать потихоньку, чтобы делать броню хорошую себе новую.
А после этого пойдем в ад потихонечку. Ну, будем потихоньку. Надо еще накопать этого золота, чтобы сделать себе призыв короля слизней и убить его. Так, сколько мы там снимаем, дорогие друзья? 10 минут? 10 минут при том уже. Так, ну ладно. Одну призывалку босса мы сохраним на всякий случай. Там, я не знаю, потом убьем их всех. Блин, поскорее бы нам уже этот скелетон отправим убить. Чтобы заполучить. Кого там я хотел заполучить? Это был механизмы разные. У меня уже столько идей насчет этих механизмов. Так, ну ладно. Убили глаза. Давайте сделаем, короче, топорик себе. Топор нужен. Так, больше ничего нельзя, да, сделать? Да, по-моему, ничего нельзя. Так, ну ладно. Или меч, или лучше бичас сделать. Так, очень высокая... Ой, ну ладно, я уже случайно нажал, сделал. Ну, давайте походим с мечом. Не зря же мы его делали. Испытаем сейчас по-быстренькому. Так, идите сюда, монстрюганы. Так, ну нормально, смотрите, рубит. Рубит. Так. Ну, наверное, сейчас, дорогие друзья, закончим серию. Это будет короткая серия.